Эх, Семен, Семен, блин, смотрю вот я в твои правдивые глаза. Я Семен Роганов, доктор экстрасенс. Скоро мой клип выходит, значит будет секс. О, видите, вот сразу надо читать сразу все. Значит будет секс. Секс, в общем, будет, и все отлично. Остальное все похнут у власти. Главное секс, понимаешь? Ну я понял, секс! Да, вот я сейчас, подожди, вот меня сейчас просто, понимаешь, я вот сразу, ну я настолько гениальный доктор, что я сразу, понимаешь, сразу мысль мне рождается гениальная. Ага. Главное секс, а кто у власти, не важно. Путин играет в хоккей ночью, а мы занимаемся ночью сексом. И днем, и утром, и в обед даже. В обеденный перерыв. Вот если бы не было, вместо того, чтобы жрать в обед, да, там какую-то, блин, первое, второе, третье, ну сделайте комнату для секса. Пусть человек лучше сексом позанимается, зарядится энергией, и все. Ты имеешь в виду подрочил, что ли, пошел? Нет, и какую, ну, с женщиной, как? Зачем подрочил? С женщиной? Подрочил. Ты имеешь в виду женщину. Короче, я так тебя понимаю, это, заходишь в комнату... По женщине, да? Да, заходишь в комнату, вызываешь эскорт-услуги, короче. Да, во, это было вообще супер. Блин. И чтоб это еще за счет компании было. Вообще, я бы из этой комнаты вообще не выходил. Я бы там жил тоже, ем. Ты? Да. Ты? Ну, тебе, наверное, другая комната пойдет. Да ладно, еще можешь сказать, гуляй, рука, балди, писюн, ем. Ну, а вы говорите, хреново живется. Скоро, понимаете, будут комнаты для секса на каждом предприятии. Да, я так думаю. Человек устал, пошел, расслабился, позанимался сексом. С директором. Да я там. С кем там? С уборщицей. С мужем. Если директор с тобой позанимается. Если женщина директор красивая, я не против. Да нет, я думаю, там будет все гораздо проще. Там будет специальная комната, блядь, с этим роботом для ебли, блядь. Вот и все. Которого зовут Боря. И прям, Боря, давай. Боря, давай. Да. Боря и Варвара, вот же, знаешь, кому что нравится. Боря, в одной комнате Боря, другой Варвара. Вот. Ага. И Алеша Поебуров. Это для тебя. Да, да. А что нормально, раз. Для грача. Раз, блин, только оп, оп, оп. И понеслась. Ту-ту-ту-ту-ту-ту, шалалайка. Шалалайка, ты знаешь, мне кажется, чем-то подзарядился недавно, нет? Ну да, да, да. Ну маленькая бутылочка была. Чеку нет, вот, видишь, солнце, никакая комната не нужна. А еще хочу обратиться к рэперам, вот таким же, как и я, в общем. Ну я сам рэпер, вы знаете все. Мои, в общем, эти клипы крутят там по везде. Где-то, в общем, и крутят. Читайте рэп, читайте, читайте, читайте. Читайте, в общем, рэп до смерти, пока, в общем, все не сдохнете. Я считаю это правильно, да? И я буду вам помогать в этом. Так что ждите скоро мою новую премьеру моего клипа «Доктор Экстра Секс». Спасибо за внимание, друзья.